сам он родился в Канаде, поскольку туда родители уехали, и вот поэтому он считается канадцем. Тут застревает шайба где-то под Гариповым, непонятно где. И что, судья показывает, что гол? Да, 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 Алексей Белов показывает, что шайба в воротах. Вот так. Наверняка здесь потребуются какие-то видеопросмотры еще. Смотрим еще раз. Да, здесь, конечно, не видно. Вот, 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 так. Ну, вот теперь только мы...